Специалисты обсудили основные причины приостановления осуществления государственного кадастрового учета объектов капитального строительства. Также для участников семинара сделали обзор изменений отдельных законодательных актов, которые были приняты в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель. В завершении встречи представители Росреестра ответили на вопросы присутствующих кадастровых инженеров.